В Нижнем Новгороде с помощью оптоакустического метода сканируют сосуды в опухолях. Он сочетает в себе лазерные импульсы, которые используются для нагрева сосудов, и ультразвуковые антенны, при помощи которых мы сигналы от этих сосудов регистрируем. Проще говоря, сосуды облучают лазером, те начинают вибрировать и в буквальном смысле звучать. Резонанс фиксируют специальные антенны, а компьютер строит изображение. На нем можно разглядеть сосуды диаметром от 30 микронов. Это тоньше человеческого волоса. Конечно, способ разработали не для того, чтобы удивить. Применение методики позволит в реальном времени контролировать воздействие лекарств на опухоль. Посмотрите, пожалуйста, на оптоакустические изображения опухоли без лечения и на фоне действия препаратов, которые тормозят рост сосудов. Мы видим, насколько уменьшилось количество сосудов и уменьшилась плотность их распределения внутри опухолевого узла. То есть мы можем сказать, что этот препарат подействовал хорошо. Это значит, что разработчики создали технологию двойного назначения. С ее помощью врачи и ученые смогут не только контролировать ход лечения заболевания, но и проводить испытания новых препаратов. Остается надеяться, что доступ к методике они получат как можно скорее.